Всем привет! Сегодня я вам расскажу про замечательную квартиру на улице Петровского, 38, которая находится возле самых замечательных заведений, возле Джина, возле Пачамамы, что, в принципе, очень удобно. Давайте сейчас пройдем и посмотрим вообще, из чего состоит квартира, и просто посмотрим, насколько все сделано качественно, интересно и просто необычно. Давайте для начала посмотрим замечательную ванну. Тут просто достаточно взглянуть на то, как она вообще сделана, в очень обычных цветах. Тут просто все замечательно, и есть джакузи. Вот. Самая замечательная ванна, которую я в своей жизни когда-либо видел. Вот. Пойдем дальше. Далее у нас такая большая просторная комната. Здесь очень классно, она характерна тем, что здесь есть очень много выключателей, вы можете их здесь увидеть. Здесь есть 5 выключателей, которые могут включить подсветку, могут включить подсветку дивана, могут включить основной свет и также дополнительный. И в принципе, благодаря этому вы можете создать специальную романтическую атмосферу, допустим, если вы приходите с девушкой на эту квартиру. Вот. Также здесь есть замечательный камин. Диваны здесь очень удобные и, знаете, интерьер сделан очень классно, в прикольном цвете. В общем, все здесь располагает вот именно к комфорту. Вот. Дальше есть еще 2 комнаты. В комнатах есть кровати. Давайте пойдем и посмотрим. Вот. Есть очень большущая кровать, которая также подойдет под ситуацию, если вы, допустим, пришли с девушкой. Есть телевизор. Правда, он, конечно, небольшой, но он замечательный. И также и здесь есть кондиционер. Но стоит отметить, что здесь есть очень одна классная особенность. Вы эту особенность можете увидеть прямо здесь. Сними документ. Это самый замечательный вид из окна, который когда я либо видел. Здесь вид просто потрясающий. Просто перед вами видна Пушкинская. Это очень классно. Вот. Также замечательный вид есть и в других комнатах. Также сейчас продемонстрирую вам. Пойдем дальше. Также можно обратить внимание на то, что здесь свет тоже везде регулируется. Также, кстати, вот сними то, что здесь подсвечивается картина. Вот, также имеется такой дополнительный свет. Вот, это тоже такая очень важная особенность для создания, конечно же, романтической атмосферы. Пойдем дальше. Следующая комната. Тоже, в принципе, особо ничем не отличается. Она тоже такая же прекрасная. Тут есть телевизор, тут есть сушилка, есть замечательная кровать. И, не поверите, тут тоже есть замечательный вид из окна. А также есть вот такая вот замечательная картина, которая подсвечивается лампой. Вот, что тоже очень замечательно. Идем дальше. Также нужно сказать пару слов и про кухню. Когда вы будете заходить на кухню, вас встретит вот такая вот прекрасная отделка стен, на которую прикреплены замечательные зеркала. В них вы можете увидеть себя во всем обличье, во всех ракурсах, что, в принципе, замечательно. Перед выходом на улицу такая вещь. Дальше, давайте посмотрим кухню. Кухня у нас, не сказать, что просторная, она компактная, но это даже, наоборот, очень хорошо. Все на своих местах, все очень аккуратненько. Здесь все есть. Все есть для комфорта, для удобства. Здесь есть все действительно, что понадобится любому человеку. Здесь есть чай, кофе, здесь есть чайник, благодаря которому вы сможете себе сделать либо чай, либо кофе. Вот. Также здесь есть телефон и микроволновая печь. Вы сможете себе что-то разогреть. Вот. Вот такая вот квартира. Пойдем дальше. Сейчас скажу свои эмоции, впечатления по поводу этого всего. А также сними тоже тут вид именно из балкона. Вот такой здесь тоже замечательный вид. Это балкон. Тут тоже очень классно. Сейчас хотелось бы сказать несколько слов от себя, так сказать, свои эмоции, свои впечатления и вообще
полностью взять картину, которая у меня сложилась о этой квартире. Ну, честно сказать, что действительно вот впервые побывал я на элитной квартире, то есть на этой. Никогда в таких квартирах просто не бывал, как бы видел фотографии, что есть такие замечательные квартиры, там, с замечательным ремонтом, замечательной отделкой, с джакузи и прочими там дополнениями. Вот, но вы знаете, просто когда зашел сюда, первое впечатление было просто вау. Здесь меня привело в шок то, что здесь очень много выключателей, которые действительно могут настроить свет так, как вам нужно. Сейчас включены все выключатели, сейчас вот здесь очень светло, просторно, но можно сделать все, что угодно со светом. Можно что-то выключать, что-то добавить. Можно сделать какую-то подсветку, можно вообще создать что-то такое нечто романтическое. Вот. И просто здесь все, ну, настолько замечательно, что просто, честно говоря, у меня даже слов нету. Ну, здесь просто шикарно. И поэтому рекомендую всем обращаться к Леониду, если вам понравилась эта квартира. Вот. Благодарен ему за то, что я сейчас здесь нахожусь и делаю отзыв. И вообще, ребята, обращайтесь к Лене, он классный человек и поможет вам всегда с квартирой. На этом попрощаюсь с вами. Всем пока.